вашей. Часть 1. Высказывания, превращающиеся в ядра текста и анализируемые в качестве такового. Глава 6. От аналитики аллегорик аналитики брендов, от стабильности к развитию. Така заглавлена статья преемника Владимира Путина. Да это все брендирование, скажут мне пиарщики снисходительно. Вот-вот, легче всего вас запить. Да пошли вы куда подальше с вашим брендированием, вспомнить фразу, сказанную уже нихуя невесты из анекдота. Ты меня действительно любишь или это пиар? Прогрязть политтехнологии, доказать, что либо эти технологии погубят Россию, либо их место займет идеология, обсудить соотношение симулика и подлинности, все это, наверное, я бы сделал, если бы не предложил перед этим сам испытывать контекст реальностью. Организовывать, иначе говоря, алхимическую свадьбу его текста и ее реальности. Но коль скоро я эту свадьбу справил, коль скоро сойти породил аллегорию, как я в этом случае могу сказать по столигорическому брендированию? Иди-ка ты куда подальше. Пренебрегая брендированием, я нарушаю чистоту своего химического или алхимического эксперимента, а нарушив он и на что я могу рассчитывать? Я ведь уже говорил о необходимости не классического или постклассического подхода. Брендирование – часть темного. Пренебрежительное отношение к брендам несовместимо с аналитической пост, сверх, не, классикой, единственно адекватной происходящему в нашей стране, да и во всем мире. Во-первых, потому, что слишком многое сейчас является именно брендами. Откинешь это многое, вообще ничего не поймешь. Во-вторых, потому, что какие-то компоненты бренда все же перетекают в реальность. Бренд держательности и стабильности, порядок, вертикаль власти, что-то как-то угомонил в нашей крайне неблагополучной реальности. Мы хотя бы огрызнулись в Чечне и смыли позорное клеймо хасавюртовского предательства. Так что давайте не будем пренебрегать брендами. Но и отождествлять их с идеологией давайте тоже не будем. Бренды они и есть бренды. Не больше, но и не меньше. Рассматривая бренды как систему, они всегда складывают систему, мы должны не просто подчеркивать отдельные слова и говорить «вот один бренд», «вот другой», «третий». Система брендов – это не набор брендов, а принцип организации. Чтобы раскрыть принцип, надо дополнительно к понятному слову «бренд» ввести еще два менее понятных слова – генерализованный бренд и супербренд. Генерализованный бренд – это тот бренд, вокруг которого организуется политическая речь. То есть это главный бренд, доминирующий над другими. Он также заявлен, как и другие. Также внятен или даже более внятен. Он просто главнее других. Супербренд — это нечто большее. Он может быть не задан явно в политической речи, но может неявным образом управлять и этой речью, и подходом, порождающим речь, и связью между речью и поведением, и политическим мироощущением. Бренды предыдущего периода, 2000-2008, общеизвестны. Стабильность, державность, предсказуемость, вертикаль власти. Главный среди них, генерализованный бренд, это все же стабильность. А вот супербренд, чтобы выявить супербренд, нужны специальные исследования. Супербренд может и не являться стержнем декларации или даже ядром политической лингвистики. Кроме того, при такой социальной, да и не только, дифференциации нет единого супербренда для всего общества. Есть супербренд элиты, супербренд неэлитных слоев нашего общества, по нашим оценкам, элитным супербрендом периода с 2000 по 2008 год, N0008, является связка поименований Брежнев и Застой. Я никоим образом не хочу этим сказать, что Путин это Брежнев новой эпохи. Путин во многом антипод Брежнева, молодость, здоровье, решительность. У него другой, по сути альтернативный, политический стиль. Наконец, Путин аккуратно использует даже адресацию к совсем иному прецеденту, в том числе, когда говорит, что надо развиваться, или нас сомнут. Но Путин не захотел мобилизационно раскурочить унаследованную реальность. Не захотел и все. Он отнесся к этому наследству как к чему-то, что надо упорядочить. И упорядочил, причем достаточно жестко. Возникла сумма двух слагаемых. Одно Путин как тот, кто упорядочивает. Другой — реальность, откликающаяся на это упорядочивание. Реальность откликнулась на упорядочивание с провокативной податливостью, в любом случае, сумма двух слагаемых даже в арифметике не равна одному слагаемому. А уж в политике тем более. Процесс упорядочения и встречная реакция упорядочиваемого породили нечто. Внутри этого нечто возник 0008 в качестве неявного супербренда. Присмотримся к тому, что свидетельствует в пользу такой гипотезы. Например, к риторике правящей партии «Единой России». Одним из наиболее внятных, заметных и молодых функционеров этой партии является господин Мединский.
подчеркнула избежание недоразумений, что, по моей оценке, господин Мединский далеко не худший представитель данной партии и высшего эшелона. Он хороший полемист. У него есть позиция и есть желание ее высказать. Но позиция как раз и состоит в том, что Брежнев и застой — это совсем неплохо. А может быть, и не просто неплохо, а хорошо. А может быть, и не просто хорошо, а... Ну, скажем так, идеально в рамках возможного. Господин Мединский много раз высказывал такую позицию по телевидению. Но поскольку большинство функционеров уровня Мединского или большего позицию вообще не высказывают с надлежащей глубинной разверткой, то по прямым высказываниям ничего доказать нельзя. Скажут, что это мнение Мединского и только. Но я могу приложить к этому мнению многое другое. Например, мониторинг государственного телевидения. В массе передач осуществляется глубокая ревизия образа Брежнева и содержания так называемого брежневизма. Я же не говорю, что это все директивно управляется из Кремля, я не столь наивен. Кроме того, если бы это управлялось из Кремля, было бы неинтересно. То-то и интересно, что это делает элита, а не истеблишмент. Массмедийная элита, и не только она. К этому могу добавить еще способ оперирования историческими прецедентами. Спикер парламента Слиска, например, никогда ничего не говорил о том, что Брежнев ее любимый герой. Для нее это недопустимое эксцентричное высказывание. Но она предлагала бороться с нынешней организованной преступностью, да и криминальностью в целом, с помощью воскрешенных народных дружин. То, что эти дружины не могут, оказавшись погруженными в нынешний контекст, не стать периферием банд, она не учитывает. При этом ее высказывание — это и не проект, и не пиар. Это мироощущение. Невнятное предъявление чего-то типа долженствования. Надо бы, чтобы было так, речь идет не о том, чтобы бросить камень в чей-то конкретный огород. Почему бы Слиски не предъявлять такое надо бы? В любом случае, оно на порядок лучше того, что предъявляет Ксения Собчак, у которой совсем другой надо бы. Но даже антагонизм этих надо бы не подрывает единство супербренда. Константин Устинович Черненко и специфический журналист Виктор Ли, являвшийся посредником в международных, американо-советских и иных, элитных коммуникациях брежневской эпохи, могли быть полными антиподами по части надо бы. Однако супербренд был единым. Эксцентрика Виктора Ли, в том числе и в виде почти невозможного на московских улицах автомобиля марки Porsche, допускалась супербрендом эпохи, предполагавшим как субукладность и субкультурность, так и сцементированность всего этого многообразия какими-то правилами общей социальной игры. Внятные формулировки Мединского, менее внятные адресации Слиски, что еще привести в доказательство? Нарастающую канцеляритность речи? Генерализованный интонационный стандарт? В конце концов, все, наверное, понимают, что я говорю не о буквальном копировании той эпохи, оно невозможно. Я о чем-то, что разлито в нынешнем воздухе. И не только в воздухе, которым дышат обитатели элитных особняков ценой в десятки миллионов долларов. Тем же воздухом дышат обитатели гораздо более скромных коттеджей. И даже сейдинговых строений с аккуратно подстриженными газончиками и умельными гномиками посреди оных. 8 февраля 2008 года. Президент Владимир Путин проводит в Георгиевском зале Кремля расширенное заседание Госсовета, на котором обсуждается стратегия развития России до 2020 года. Какая именно бюрократическая ворожба привела к тому, что я оказался в числе слушающих, установить невозможно, да и не нужно. Но, оказавшись, я попытался использовать эффект присутствия на 100%. То есть извлечь из происходящего некое политико-психологическое содержание. Владимир Путин говорил о развитии, а элита слушала. Она не фыркала, упаси бог. Она умилялась, восторгалась. Но содержание было ей абсолютно чуждо. Не говорю об отдельных людях, говорю о социальном целом. Целое ведет себя совсем не так, как отдельные люди. Целое выявлялось совершенно так же, как на 25-м съезде КПС. И что дальше? Можно ли противопоставить элитному бренду народный? И сказать, что бренд 0008 это Сталин? И да, и нет. В народных массах рейтинг Сталина кроет все остальные рейтинги. Это не случайно. Но функционирование супербренда Сталина в неэлитных слоях общества весьма специфично. Нынешний способ функционирования этого супербренда мечтательно опаслив.